Здравствуйте, мои дорогие зрители! Предыдущие несколько роликов были очень яркие, много было женственности. Сейчас в Москве похолодало, и стрит-стайл изменился. Но начну я вам все-таки вот такой вот прекрасной девушки, очень женственной. Я надеюсь, здесь у вас нет никаких сомнений. Она в юбке и на каблуках, и несмотря на то, что на ней вот такой вот пиджак а-ля с мужского плеча, смотрится она просто великолепно и женственно. Предыдущая модель была в Total Black, здесь Total Beige. И очень женственно нагрузить своего мужчину сумками и самой мило щебетать. Вот такие сапоги, трубы, сейчас хоть они немножко утратили свою популярность, но, мне кажется, до конца из моды не выйдут, потому что ножка у них смотрится очень хрупко. Я любительница всяческих спокойных расцветок, но мода нам предлагает оранжевый, он и на людях, и на витринах. Стилисты говорят, что идет к лицу он не всем. Мне очень нравится, как смотрится оранжевый цвет с голубым, с джинсами. Оранжевый и розовый – это, пожалуй, фавориты предстоящего сезона. И, наверное, многое сегодня буду уделять объемам в этом ролике. Вот совершенно не оверсайзный жакет, плюс еще скини. При этом старомодно это не смотрится, в том числе из-за цвета. Помните, еще недавно стилисты всячески увещевали нас показывать запястья, подтягивать рукава. Забудьте об этом. Сейчас в моде рукава длинные. Здесь еще и пальто макси. К пальто макси у меня неоднозначное отношение, особенно на невысокий рост. Рукава, выглядывающие вторым слоем, это, мне кажется, тоже сейчас стало модным. Здесь мне очень нравится сочетание голубого, бежевого и черного. И ремень на кардигане без пуговиц смотрится очень органично. Мне, во всяком случае, гораздо больше нравится, чем когда изделие с пуговицами. Ну и хорошие такие свободные объемы смотрятся, на мой взгляд, конечно, интереснее. Если курточка вот такая вот куцая, то лучше, чтобы брючки были посвободнее, нежели просто леггинсы. Здесь уже выглядывают рукава, и мне нравится этот голубой акцент такой ненавязчивый среди ахроматов. Причем кеды тоже, заметьте, голубые. Как вы относитесь к колорблочным пальто? Я как-то неоднозначно, мне то нравится, то не очень. В данном случае, конечно, нравится, потому что здесь серое и черное. А неоднозначно, наверное, из-за лишней горизонтали. Здесь тоже удачный такой черный цвет в этой зеленой клетке. И можно черную сумку взять, и черную обувь. Хотя и в самой клетке есть черный цвет. В общем, я из неопределившихся. Здесь отдельная деталь сшита в полочку. Все остальное такого рыже-бежевого цвета, вплоть до волос. Я бы, наверное, сюда взяла черную сумку, чтобы разбавить этот беж. Модная молодежь, девушка в длинном жакете и леггинсах. Мне понравился молодой человек в гранжевом рваном свитере, в очень выверенной многослойности и широких брюках. Причем цвета все такие очень спокойные. Еще несколько модных парней. Здесь обращаем внимание на яркие кеды и голубую кепку. Опять же, уверенная многослойность и пальто макси оверсайзное. Тоже все спокойных расцветок и только два акцентных пятна. Ну и парень тоже вот в многослойности и брюках карго. Старшее поколение не такое оверсайзное. Посмотрите, у него цепочки на шее. Кепка повернута по-модному. Модная же бородка. В общем, тут еще франт. Про даму скажу быстро. Много леопарда и на шее, и в руках, и обувь. Чем это плохо? Что он весь разный. Я поэтому голосую, чтобы леопард был какой-то один. Ну, а мужчину вы видите. Мне показалось, что он в юбке. Очень плохо можно рассмотреть. Черная юбка, по-моему, черные какие-то брюки.
Еще для любителей многослойности, мне здесь нравится все, и объемы, и расцветки. Для меня это совсем не скучно. Здесь тоже подвернут рукав, чтобы было видно, толстовка. А вот капюшон она, наверное, не видит, что он у нее так торчит. Я поэтому не ношу капюшон и шарф одновременно. Пэчворк периодически я вижу на подиумах, но почему-то очень мало на улицах и в магазинах. Вот это тот случай. Мне нравится, что он черно-белый. Но обратила внимание я на сумку, которая низко висит на бедре. В последнее время мы носили это под грудью. Возможно, мода сделала виток, а я и не заметила. Это тоже чем-то похоже на пэчворк. Во всяком случае, понравится, наверное, тем, кто любит всякое небанальное и оригинальное. Но поскольку не очень актуальный фасон, то брюки надо было надеть какие-то более актуальные. Вот у девушки тоже оригинальное пальто, но здесь у нее все модно. И джинсы, и обувь. И вторая девушка, мне здесь тоже понравилась, у нее трендовая меховая сумка. А вот джинсы, кстати, вполне себе классические. Ну, многослойность мне здесь нравится. А здесь я вам показываю модную моду, за которую вы ее, собственно, и ругаете. Это такой гипер-оверсайз, нарушение пропорций. Не надо сейчас задавать вопрос, где в этом женственность и красота. Я уверена, что девушка в курсе, что здесь нет никакой красоты и женственности, и она к этому и не стремится. Я думаю, что транслирует она здесь совершенно другой посыл. Она дает сигналы тем, кто в теме, кто в курсе модных тенденций, и говорит, что она с ними. Как, собственно, и девушка в длинном пальто в начале ролика. Черного очень много сейчас опять появилось с похолоданием. Здесь total black, даже без всяких украшений. И заметьте, леггинсы с кедами. Сейчас девушки не носят колготки с кроссовками и кедами. А это мой выбор. Мне нравится сочетание черного с синим денимом. И сочетание объемов и пропорций. Укороченное пальто и укороченные джинсы. И опять мне это не скучно. Звучит уже практически как девиз. Надо ролик такой создать с таким названием «Мне не скучно». Кейпы нам уже тоже давно навязывает мода, и некоторые, я вижу, сдались. Хотя мне кажется, это, конечно, крайне такая неудобная вещь. Хотя, если вы любите черное, то можно себе позволить что-то оригинальное. И вот, например, такое пальто. Я сначала подумала, что это юбка плиссированная. Но нет, это такое пальто с плиссированной юбкой. И плиссировка сейчас входит в моду, но не в наших привычных таких юбках, которые мы носили раньше, а именно вот в таких вот вещах. Здесь мне, конечно, нравится сочетание фактур, жакета и кожаных брюк, но пальто я бы надела серое, успокоила всю эту страсть. Хотя не всем нужно ее успокаивать, некоторые, наоборот, готовы добавить огня. Это, конечно, наверное, нельзя назвать плиссировкой, это скорее юбка в складку, но я тоже думаю, что это вот сейчас входит в моду, поэтому я думаю, что у многих из вас есть, где-то завалялась на антресолях. Если вам до сих пор еще по размеру, доставайте и пробуйте сочетать с чем-то современным. Поставьте лайк этому видео, не ленитесь писать комментарии, все это продвигает это видео и мой канал. В частности, я пока сделаю перерыв, подготовлюсь к следующему видео. До новых радостных встреч. Всем пока!